строго ограниченный характер трансляции, содержание скопья на домашних условиях, кормление, показанное на видео, также несет в себе ограниченный характер, как особое кормление данного типа животных, автор его не беседует. Сами кого-либо оставить зрителей в зачет, просмотр ролика, содержание видео, несет в себе научный подход для показа всех особенностей домашнего содержания скопья на видео, может присутствовать для демонстрации всей нелегкости. Содержание данного типа животных уходом занимается, пользуется как передача всех лучших эмоций, автор ни в коем случае может оцениваться проживание кого-либо оскорбить, со слабой и неустойчивой психикой, смотреть данное видение. Рекомендуется за любые возможные проблемы, полученные человеком со слабой психикой, автор его ответственности, несет рекомендуется просмотр лица, не достигшего 18-летнего возраста. В общем, ща ехал, какая-то тачка раздавила передо мной мышь полевую. Я ее, короче, ну, она еще шевелилась, я ее подобрал, вот пока доехал до дома, она уже, короче, немножко окочурилась, поэтому мы ее сейчас попробуем скормить, скалухи, скормить, потому что я ни хрена не покупаю еду, поскольку это все как-то, не знаю, где эти зоомагазы и прочее, и еще какие-то причины, ну, в общем, вечно что-то не то. Сейчас мы достаем с Колью. Достаем, короче, изнутри. Сюда. Я их, короче, запущу туда. Я не хочу, чтобы кровь, вот это все здесь мне на травку мою, вот эту вот, все это ложилось тут. Ну нафиг оно надо. Мы сейчас все это, короче, сделаем как-то цивильненько, нормальненько. Вот. Пусть она начинает вылазить. И мы ее сейчас туда пересадим. Я позже такой шею руками бы ее взял. Оп-оп-оп-оп. Давай. Да, вниз. Сейчас мы ее... Блин, ну куда ты лезешь? Короче, вечно проблемы с этой всей фигней. Сейчас мы ее возьмем как-то. Пинцетом я не хочу брать, потому что... Пинцет железный, у него панцирь не железный. Повредить нефиг делать. Отлично, садим туда. В общем, я не уверен, что она прям сразу возьмется за нее, будет ее хавать. Нет, такое вряд ли, наверное, будет. Сейчас она от нее будет морозиться, я думаю, скорее всего. Но может быть, через какое-то время она ее все-таки начнет хавать. И я ее оставлю, и пусть она нажирается. Вы видели, как она боится ее? Прикол вообще. А, хорош. Пусть она ее ест. Может, она через час, может, через полчаса. Но она дойдет до того, что, возможно, это еда. Так уже было у нас с крупными добычами. Хотя эта скалуха такая, в принципе, агрессивная. Она была на втором месте после льва, который умер у нас. Вот. Точнее, которого схавали. Которого схавала актриса фильма «Отель Скалопендры». Да, короче, у нас такая вся тут Санта-Барбара. Кто, наверное, первый раз на канал заходит, они вообще в шоке. Какие львы, какая актриса еще. А, жесть. Ой, мне уже показалось, что она сейчас будет хавать. Я уже обрадовался было, но нет. Нифигище. Я думаю, она так и будет пытаться вылезти, нифига из этого не будет. Разрезать я не хочу мышь, потому что мне это противно делать. И разрезать чем? Ну, ножами, а я этими ножами как бы, ну, еду готовлю. Я не буду это делать. То ли дело вот эта банка, я ее выбросил и все. Ну, как бы норм. Сейчас посмотрим, как тут вообще вот она. Может ее развернуть как-то другим боком? Честно, не хочу даже прикасаться туда своими руками. О, она уже по ней лазит. Нормально. Вот летом бы, если бы это все было. Вот летом было бы вообще кайф. Ух ты, как она ее прямо впилась ногами в ее брюхо. Летом бы вообще в кайф. Летом скалухи есть хотят очень. У них как бы яда много. А сейчас вот она даже жрать не хочет. Я ей давал там мотыльков. Прикиньте, зимой мотылек просто залетел ко мне. Там было потепление. Смотрю, в хате мотылек летает. Вот летом норм бы был. Она пожрала бы очень хорошенько бы все это. Может дойдет, может не дойдет до нее, что это все-таки еда. Скорее не дойдет. Может мы ее как-то развернем другой стороной. Блин, не хочу руками браться. Они же там всякие бешеные эти мыши, блин. Не буду браться, ну его надо. Для меня мышка это противнее сейчас с раздробленной башкой переехалной, чем скалопендра. Но я ни ту не хочу как-то руками брать. Вот.
Прикольная животинка, я даже подумываю терек ей забабахать из вот такой банки. А почему нет? Вырезать кружок. Вообще, ну, конечно, не, наблюдать не очень как-то. Как-то невзрачненько. Светодиодную туда пустить, подсветочку. Красную можно, чтобы не было проблем с... Они же не видят инфракрасный свет. Ей будет казаться все время, что там темно. А нам будет казаться, что она кроваво-красная. Да, ну хотя у нее лапы коричневые. Такие рыжие. Короче, красно-коричневые какие-то. Прикольный цвет, конечно. Коньячный цвет, как в этом. Как в Паршах. Я видел один такой. Porsche 911. Там коньячный цвет у него был в салоне. Вот такой же точно какой-то из Калухи. Да, чую, дело не будет, конечно. Я думаю, нужно подождать, может, денек, она, может, дойдет до этого. Вот. Ну, посмотрим. Если что будет изменяться, я буду доснимать еще. Доснимать буду это все дело. Вот она шкребется. Сейчас мышка дохлая лежит, и я слышу, как у меня в квартире еще одна где-то шкребется. Выходи, падла, на трассу, сука, чтоб и вас, твари, попереезжали нахер всех, суки. Грызут что-то, сучары. Ну ладно, ладно. Пусть этот вальс будет продолжаться всю ночь. Я всю ночь все равно не сплю. Вот она пусть вальсирует тут вокруг нее. Сколько ей влезет, а на утро я просто выкину обоих отсюда. Скалуха пойдет в террариум ее, а... Вот эта хрень пойдет просто кошкам каким-то на корм. Да. Были бы мы сейчас у мафии, мы бы сказали рыбам на корм. Люкобрази кормит рыб. Но нет. Кошкам, конечно же, пойдет кошкам. Да. Так что вот такая ситуация у нас. Вот так вот. Я специально потише стал говорить, чтобы стало слышно звуки вот эти все ее шкребения. Меня прикалывает это все. Последняя, не знаю даже кто, голова начала съедаться. Это очень-очень хорошо, друзья. Это очень. Скалопендра будет расти, она будет расти, да, она вырастет, да. Прям как мой этот самый при виде каких-нибудь сисек и жопы. Да, блядь, этот парень псих. Да ладно, похуй. Короче... Она еще ест. Да, она ест! Класс, 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 класс! Она вырастет. Блядь, нет, не уходи. А, все. Я вырубаю свет, чуваки. Что там уже пищит? Я вырубаю свет, чуваки. Да. У меня сегодня праздник, скалопендра будет расти, да. Я еще чуть подумал, блин, я хочу в Бразилию сгонять. Чисто за скалухой. Поймать ее там в каких-то тропиках долбанных. Чтоб меня в задницу укусил какой-то малярийный комар. Я там неделю повалялся с лихорадкой. Мне уже чудились демоны. А потом я выздоровел, забрал ее и вернулся сюда. Я ее запакую в какой-то... Я не знаю даже куда. И пронесу ее в трусах у себя нахер. Запакую в какой-то пластиковый контейнер. И если там не будет рентгена, я ее пронесу с собой на груди. Сюда привезу. Да, это будет демон во плоти.
Там, наверное, в любой зоомагаз заходишь. Ну, в тропиках, конечно, вряд ли я буду ее ловить. Но там в любой зоомагаз заходишь. Вот я чувствую, сука, я ее куплю. И вообще, вот жизнь именно наладится. Это будет именно уже не существование, а полноценная жизнь, сука. Это твоя жизнь, блин. Смысл твоей жизни, блин. У тебя скалопендра, ты уже не такой, как все. Тропическая, у которой, блин, полметра вырастает, блин. Но ты уже не такой, как все. Ну, у кого еще такая есть? Ну, в стране, может, 2-3 таких, блин. Я про тропическую. Таких, может, дохрена у кого есть. Я хочу ее, блин, иметь. Я хочу обладать ею. Я хочу, чтобы люди ко мне в гости приходили. И я им покажу огромный террариум. Засуну туда гребаного, не знаю даже кого. Крысу, блин, здоровую, 0.5 килограмма, блин. И чтоб она ее там за... Просто, я даже матом скажу, просто запиздячила ее при мне там. Как суку последнюю. Просто запиздячила ее при мне. И чтоб люди все в ахуе были. Да. У меня классное настроение, она будет расти. Скоро она станет толстая. Я оставлю их на ночь. Прям как меня оставляет Господь с какой-нибудь телочкой. Вот. Я оставлю их на ночь, а к утру он эту курочку по зернышку так отделает, вот этот скалух, так отделает, что от нее останутся рожки до ножки, да. Я думаю, будет съедена половина тела, причем очень будет ребрышки тщательно. Сейчас мы еще заглянем, я вам покажу, вот это как все выглядит. Сейчас. Главное не спугнуть. Все, отлично, жратва идет. Все, друзья, будем держать в курсе. Так, ну, я смотрю, тут аппетитик разгулялся хорошо, очень хорошо. Вообще по жесткой пошло. Уже позвоночник херачит ей там. И она, по-моему, увеличилась в размере так нормально. Ну, посмотрим. Часа 3 уже прошло, жрет еще. Все никак не насытится. Прям как я после недельной голодовки. Или... двухнедельной. Так, ну, в общем, она растолстела, я вижу. И съедена, не знаю, пока какая часть, но какая-то съедена. Да особо ничего тут и не съедено. Может, мне показалось, потому что она чуть-чуть похавала. По-моему, она даже не растолстела. Не знаю, нифига уже. Пусть еще полазит тут. Не знаю. Ничего уже не знаю. В любом случае, скалуху мы потом помоем. В бутылке, я думаю. С водичкой прополоскаем ее так нормально и выпустим. Не будет отличненько. Ну что по результатам? Ну, в общем, все успешно, сразу скажу. Спойлер такой. Было выжрано нафиг. Ай, бля, прилипло. Сейчас, может, опять продолжит. Короче, была выжрана нафиг спина вся. Вон там вот. Ой. Вон там он все выжрато, короче. То есть нормально. Фу, начинает вонять. А, нет, это мне показалось. Хлебом каким-то пахнет. Ну, короче, вот. Скалуха стала толще. Я так понимаю, немножко веселей. Так что все это произошло. О боже, зачем она лезет к жопе? Все произошло, то, что я и хотел. Ну, будем дальше, наверное, покупать, может, уже замороженных. Там есть, продаются замороженные мышки. Так что вот, съедение мыши произошло нормально.